Эту идею я подсмотрел, конечно, на канале Креосан. Антенна очень проста в изготовлении, и повторить ее не составит труда каждому, кто умеет держать в руках плоскогубцы и паяльник. Но у меня проблема не в дальности сигнала, а в препятствиях на его пути. Штатная антенна моего роутера обеспечивала очень плохой прием в соседней комнате, отделенной двумя несущими стенами панельной многоэтажки. Я сделал точную копию антенны по размерам, приведенным луганчанами. Сторона квадрата равна 30,5 мм, а расстояние от антенны до экрана составляет 16 мм. Но, увы, уверенного приема в соседней комнате я так и не добился. Возможно, я ошибся с размерами. Или у меня волнопоглощающий особенный дом. Но ни в горизонтальной, ни в вертикальной поляризации антенна не смогла пробить толщину стен. Есть у меня подозрение на неправильный размер между двумя точками, где припаян кабель к антенне. Этот размер никто не указывает, но мне кажется, он тоже влияет на характеристики. Если у вас похожая проблема, или вы знаете, где достать хорошую бетонобойную антенну, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, а я пошел испытывать антенну на дальность.